Как мы знаем, ни одно городское мероприятие в Каспийске не обходится без участия сотрудников МБУ «Зеленый город», будь то культурно-массовые события, открытие нового сквера или благоустройство дворовой территории. Последний штрих всегда остается за «Зелеными». Они проводят генеральную уборку и, несмотря на дополнительную нагрузку, добросовестно выполняют свою работу, чтобы до блеска очистить территории муниципалитета. «Зеленый город отвечает, девочки». Вот и сегодня, 1 октября, в преддверии митинга в честь закладки камня в основании будущего мемориала памяти воинам-дагестанцам в парке имени Халилова работники «Зеленого города» подготавливают площадку к проведению мероприятия. Хоть камеры они стеснялись, однако продолжали делать свою работу. Убирали траву, очищали тротуарную плитку от грязи и проросших сорняков, собрали мелкий мусор, оставшийся после строительных работ, проводимых подрядчиком. И все с улыбкой на лице и хорошим настроением, которому дождь был совсем не помехой. Убрали все, даже ту территорию, за которой обязаны следить частные предприниматели. Отметим, что сотрудникам МБУ «Зеленый город» следует отдать должное. Благодаря их благородному труду наш город становится чище.